Самооценка не зависит от достижений. Невротически достигнутые цели, они, как правило, оборачиваются потом против человека. Это как проклятие его становится. У вас есть куча психической энергии, которую вы можете тратить на созидание, на деятельность там, и так далее. Вы совершенно не обязаны делать это невротическим инструментом. Я всем докажу, что я крутой, значит, а они все лузеры. Ну, добьется чего-то, и что? Другие что скажут, прибегут, боже, мы были так неправы, господи, ты, оказывается, совсем не такой чмо, как мы тебя считали. Ну, это же абсурд, ну, вы задумайтесь. Мне придется, скажут, вы еще это, еще и сволочь. Вот, и вот что они скажут вам. Ну, вот, поэтому из невротических тенденций бессмысленно что-то делать осмысленное.